Новая парижская мода на искусственные цветы. Все больше и больше парижских кафе зацветают вот подобными композициями. Откуда в город, где любят все естественное, пришла мода на искусственное? Мода на этот броский декор пришла из Лондона примерно лет 5 тому назад. Одно за другим парижские кафе стали заказывать в мастерских флористические композиции из тканевых цветочков и листочков. Смотрится ярко, красочно, инстаграмно, но приблизившись, понимаешь, что перед тобой дешевый, а часто и потускневший на солнце обман. Представляю, как бывают разочарованы парижские пчелки, заглянувшие в раскрытые бутоны и ничего, кроме городской пыли, там не нашедшие. Справедливости ради скажу, что в некоторых кафе, там, где этот искусственный декор используется тонко и умело, как здесь, он смотрится приятно и естественно. А вот и старая добрая живая травка. Она не кричит, зазывая на террасу, а деликатно подмигивает. Заходи.